Володя, почему ты пришел с пустыми руками? А, это тренажер такой? Да. Так сильно летит. Никак. Да, видишь, как он шарашит. Он обыграл Никанова. Петра. А Никанова? Не знаю, который... Ну, Петр Васильевич, я не знаю фамилию. А, у него такая же маленькая, только нам чуть-чуть побольше, конечно. Интернет помню. Он показывал. Она где-то почти в два раза больше. Ага, да. Есть там средняя, вот это мини-ракетка. Не, не могу. Есть общепринятая ракетка 16 сантиметров. Вы это как-то лучше играете. Да, потом медиум и вот это мини. А то он в него вкладывается. Понимаешь, он концентрируется и играет. Ахаха. А была бы у тебя маленькая ракетка, ты попал. С такого разгильдяйского отношения не было бы к ней. Ха-ха-ха-ха-ха! Бабах. А он такой, таким плевочком шарашит. Мини-ракетку в каждый дом.